Всем большой привет! Будем делать аппликацию осеннюю с использованием природного материала, именно в данный момент листьев. И я делаю сама заготовку, которую дам ребенку. Я взяла такой спиненный листик, это не обязательно именно брать его, но он мне подошел именно по цвету, потому что мы будем вырезать овал лица. Можно взять картон или даже лист бумаги. Итак, я вырезаю овал лица. У меня подготовлены листья, у меня глазки есть, помпончик в виде носа, и ротик мы будем делать вот из такого глиттера. Итак, сейчас я вырежу его ножницами. Вот такая головешечка у нас получилась. И теперь я дам ребенку, он будет в виде волосиков делать вот такие осенние листья, глазки приклеивать, носик и ротик. И посмотрим, что у нас получится. Эта игрушка может быть и многоразовой, и одноразовой. То есть все зависит от вас и как будет ребенок использовать. Итак, зову малыша и будем играть. Вот пришел наш деятель. Вот я тебе подложечку с глазиков сняла. Приклеивай глазки. Где на лице будут глазки? Туда. Один, да? И еще один. Выше, 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 выше. Да, два глазка. Нос. Волосики. Давай волосики, хорошо. Волосики у нас листики будут. Приклеить. Ротик. Ротик. Сейчас мы давай приклеим ротик. Решили мы пластилин использовать. Нос. Отлично. Если вы хотите одноразово, то можно приклеить на горячий пистолет. Мы будем использовать эту рожицу много раз для разных причесок, поэтому мы не будем приклеивать, просто будем прикладывать. Вот какая шевелюра получается, да? Рот. Еще один? У нас уже один есть? Это родинка. Мама. Плачет? Волосики, да, мама? Мама. Вот. Мама. Вот это будет нос, да? Ты хочешь этот нос? Он похож очень сильно на нас. Да, похож на нас. Вот ему понравилось играть с природным материалом. Не совсем все по плану идет, но это ничего страшного. Мы сейчас лишнее уберем. Сейчас нам набалуется немножко. Бабах, набалуется, бабах. И потом мы сделаем нормальную прическу. Подожди, подожди. Смотри, все улетело. Давай вернем назад. Тихо, тихо, дети. Стой, не вырывай глазки. Не вырывай. Демонтировали. Будет новый человек. Давай еще клей. Говори, один глаз. Он похож на, почти на пришельца. Давай второй. Два. Так. Подожди. Ой, не на одном уровне. Давай мы сделаем, чтобы он уже не такой страшный был. Ротик, правильно. Убежал. Приклеивай. Я помогу, я тебе. Прижму его крепко. Видишь, он обиделся. Говорит, где мои волосики? На ум, где мои волосики? По чуть-чуть, много волос ему не надо. Не надо много волос. Давай мы все-таки его веселым сделаем. Он обрадовался, что ты ему волосики даешь. Вот такие волосики. Вот такой человечек у нас получился. Да, Наум? Эту рожицу можно постоянно менять. Добавляя те или другие. Да, дай мне сфотографировать, подожди. Другие волосики и так далее, менять все. Пока у нас вот такая фигура. Убежал листик. В общем, спасибо за просмотр. А мы будем делать нового человечка. Всем пока-пока! Наум, помахай ручкой. Пока-пока! Пока-пока скажи. Пока-пока!